Целый комплекс мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций пройдет в Ангарске. Подробности сообщили сегодня на пресс-конференции в городской службе ПГО ИЧС. Всероссийская тренировка будет длиться 6 дней и пройдет в рамках празднования 83-й годовщины со дня образования гражданской обороны. Откроется она традиционно, включением уличных сирен. Бояться ничего не надо. 5 числа в 10 утра у нас включится система оповещения, будут включены сирены. Там, где у нас установлены речевые оповещатели, пойдет информация о том, что проводится проверка системы оповещения в связи с проведением всероссийской тренировки по гражданской обороне. В этот же день в 12 часов дня в профилактории «Родник» пройдет условная эвакуация людей, а в 3 часа в службе ПГО ИЧС состоится открытый урок для учеников МЧС-классов. Кроме того, в эти дни будут организованы несколько условных пунктов выдачи средств индивидуальной защиты для неработающего населения.